Сельскими выборами было предложено Автозаводскому району проголосовать за создание сквера в Автозаводском районе возле Дворца спорта, итальянского сквера, в котором должен был по проекту установлен памятник полимеру Тольятти. Добрый день. За моей спиной находится памятник Василию Татищеву, основателю града сего, как написано на табличке Ставрополя на Волге. Города, который ныне находится под водой, он затоплен в результате строительства Жигулевской ГЭС. Между тем, многие историки, градоначальники, общественные деятели пытаются связать Ставрополь на Волге и Тольятти. А памятника человеку, чье имя носит наш город, нет. Нужен ли памятник Пальмира Тольятти в нашем городе? Об этом очередной выпуск записок горожанина. Поехали!